Холмса, профессор Мориарти, источник беспокойства. Мягкая и точная манера выражаться заставляет сначала верить, а потом разбираться. Несвойственно заурядным преступникам. Белый огромный выпуклый лоб, постать охотника, глубоко запавшие грозные глаза, гладко выбрит что-то от профессора. Плечи сутулые от постоянного сидения, раскачка в стороны, наслаждение. Голова выдается вперед по-змеиному, колючие глаза не к дружелюбному. Его увлекло к нечеловеческой жестокости. В жилах кровь преступника до тонкости. Жестокость его более опасна ни к чему, благодаря необыкновенному уму Мориарти. Наполеон преступного мира, организатор злодеяний и преступного пира, всех нераскрытых в Лондоне преступлений. В своем темном деле он своеобразный гений. Мориарти, Наполеон, преступного мира. Профессор Мориарти, источник беспокойства.